Я с некоторым недоумением смотрю на людей, которые ищут себя. Не то чтобы я был против, но у меня вызывает недоумение. Знаете, почему? Потому что мы, вот это себя, да, мы же ищем себя. Вот есть мы, а есть себя. Вот это себя, это наше представление о себе. То есть мы вот какое-то рисуем представление и, значит, дальше его ищем. Ирония, понимаете, состоит в том, что когда вы ищете себя, вы даже это представление сформировать не можете. То есть если бы вы сформировали представление, я хочу то-то, 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 вы бы себя туда делали. А когда вы ищете себя, вы ищете то, что вы еще даже не нарисовали. Так может быть сесть и сказать, окей, давайте мы нарисуем себя. Да, вот, я ищу себя. Себя. Такое-то, такое-то, такое-то. Посмотрите, нравится вам, не нравится. Знаете, вот чтобы испытать внутреннюю интенцию к тому, чтобы, что называется, стать лучшей версией себя. Вот. Но это интеллектуальная работа, понимаете? Вот создание этого понимания того, к чему вы идете, что должно стать результатом вашего душевного, личностного, какого угодно, вот этого внутреннего взросления, это интеллектуальная работа. И проделайте ее. Понимаете? И потом не ищите, а делайте себя. И это будет вообще просто огонь.